Привет, меня зовут Назар Давыдов, человек, который вам нужен, особенно в Турции. Смотрите в этом выпуске. Друзья, мы едем из аэропорта Газипаша в аэропорт, который находится возле Анталии. Я с недавних пор живу и в Анталии, и в Алании, и сравниваю эти два города. Естественно, нужно сравнить и ключевые места, то есть аэропорт. А в той части будут проходить встречи ваших родных и близких, которые прилетели. Привет, друзья! Меня зовут Назар Давыдов, человек, который вам нужен, особенно в Турции. Я нахожусь в Алании, в аэропорте Газипаша. Здесь, по всей видимости, не особо можно снимать, поэтому буду очень кратко говорить и показывать лишь то, что может вам помочь разобраться, куда же вы будете прилетать. Потому что Газипаша очень оживленный аэропорт, конечно, не такой, как в Анталии. Хавалимани здесь гораздо меньше, если там каждую минуту вылетает самолет, то здесь гораздо реже. Так выглядит аэропорт Газипаша. Я вот прям подошел к терминалам, и сейчас вы посмотрите, как выглядит один из терминалов. А здесь встречающие встречаются со своими долгожданными друзьями. Здесь бесплатно можно стоять 15 минут, а потом уже надо будет платить, вот в зависимости от того, какая у вас машина или мотоцикл, от 4 до 11 лир. Друзья, мы едем из аэропорта Газипаша в аэропорт, который находится возле Анталии. Почему мы? Да потому что рядом со мной сидит Ирина, вы ее увидите в конце передачи. Так что обязательно досмотрите этот выпуск. И она поделится, по моей просьбе, своим личным опытом прилета в аэропорт Газипаша, что в 30 километрах от Алании. Итак, все по порядку. Я с недавних пор живу и в Анталии, и в Алании. И сравниваю эти два города. Естественно, нужно сравнить и ключевые места, то есть аэропорт. Аэропорт в Анталии очень большой, я о нем снимал уже обзор. Сейчас настало время их сравнить. Вы увидели, как выглядит аэропорт в Алании. Он маленький, очень такой, даже похож на какой-то сельский аэропорт по сравнению с анталийским. Он был открыт в 2010 году, причем открыт только для внутренних авиарейсов. В основном туда летали самолеты из Стамбула. В 2011 году открылись международные авиарейсы, и в основном стали летать самолеты из европейских стран, из Германии, Швеции, Англии и так далее. Затем в 2017 году, ура, для россиян открыли прямые перелеты в Аланию. Очень много самолетов летает по внутренним авиарейсам, в основном из Стамбула. Сейчас для того, чтобы вам компетентно сказать, сколько вылетов из разных стран, я проанализировал, зашел на сайт, и вот что мы имеем. Даже сегодня 6 вылетов из Москвы. И, естественно, это экономит время, потому что лететь напрямую и не тратить на переезд, это по внутренним авиалиниям, это, конечно, и денежная экономия, и экономия по времени. Например, из Стамбула в Аланию лететь час, из Москвы в Аланию лететь 3 часа, примерно. Что касается того, что находится на территории этого аэропорта, давайте я вам расскажу.
Ну, естественно, очень важно, когда вы приезжаете, знать, что там есть банкоматы, обменные пункты и вообще даже в таком маленьком аэропорте есть своя очень важная инфраструктура. В частности, даже для верующих есть мечеть, есть прокат автомобилей. Вы можете взять автомобиль за 30 евро примерно. И очень хорошая функция, вы можете автомобиль оставлять в другом городе, если вы собираетесь куда-нибудь в путешествие и поедете, например, там куда-нибудь, не знаю, там в тот же самый Стамбул, или захотите поехать там в Газиантеп, то вы можете там оставить автомобиль. По поводу машин продолжу. Вы можете оставлять автомобиль там на стоянке, если вы приехали. Вы, если туда приедете и оставите автомобиль на месяц, то вам понадобится всего лишь 75 лир. Или, ого, сколько, ну это уже каждый скажет, там, много это или мало. Самое минимальное от 4 лир, в зависимости от типа автомобиля и времени, сколько будет стоять этот автомобиль на стоянке. Ну, по крайней мере, у вас есть теперь информация, как это все будет происходить. По поводу прилета, очень рекомендую вам все взвесить и воспользоваться этой информацией. Вы можете приехать в Аланию на Долмуше, на, скажем так, на городском автобусе, который стоит всего лишь 3 лиры, да. Вы можете приехать на такси. Такси оттуда стоит где-то 150 лир. Есть такие специальные коробочки, нажимаете, вот, и приезжает автомобиль. Кроме этого, вы можете заказать индивидуальный трансфер. Вот. Кстати, в Аланию я буквально недавно для своих клиентов заказывал индивидуальный трансфер из Анталии, потому что они прилетели в анталийский аэропорт. Стоит это где-то 60 евро. Вот. Почему в анталийский? Потому что при всех прелестях аланийского аэропорта там гораздо меньше рейсов, естественно, чем в анталийском. И вы можете ехать на групповом трансфере. Есть фирма, не на правах рекламы, но она проверена. И вот я попрошу Ирину, чтобы она рассказала в конце этого выпуска о своем опыте. Так что обязательно досмотрите. Так вот, фирма 724 достаточно хорошо работает. Можно приехать, ну, заказать заранее, только заранее заказать трансфер, и вас привезут к вашему дому. Очень приятный нюанс то, что там есть Wi-Fi, потому что не во всех аэропортах работает Wi-Fi, скажу по секрету. А если работает, то просто отвратительно. А в этом микроавтобусе уже было проверено несколько раз. Wi-Fi работает, причем очень неплохо. Пока мы едем в Анталию, я вам хочу показать, какая дорога. Дорога очень живописная. На берегу моря постоянно какие-нибудь красивые пейзажи, то живописный берег, то какие-то дорогие отели, вот, которые облюбовали все те же наши отдыхающие. Очень комфортная трасса, вот можете посмотреть. Я вот сейчас еду в разгар сезона, чтобы вы понимали. Идеальная дорога, вот хорошо видны разметочные знаки. Друзья, если у вас есть вопросы, обязательно пишите в описании. Если у вас есть какие-то советы, тоже буду очень рад. Будьте с нами и подписывайтесь. Но сейчас настало время заправляться. Давайте покажем, как это делается и какие цены на бензин и дизельное топливо. Вот я сейчас заезжаю на заправку, ну вы знаете, эту ракушку, Shell. Сейчас заедем и посмотрим, как происходит здесь заправка. Тоже есть свои интересные нюансы. Дело в том, что заправка, то есть сама бензоколонка и магазин при... Вон там магазин, да, они живут разными жизнями. Но есть свои нюансы, можно, не выходя, вот, оплачивать дизельное топливо, например, в моем случае. Элли. Элли, да. Вот, я только сказал, что на 50 лир, вы видели, отдал 50 лир. И сейчас бравые работники заправят, вот. И можно будет ехать дальше. Давайте я вам покажу сейчас стоимость, чтобы было понятно. Вот. Вон там. От 6.40 до почти до 7 лир.
такая вот цена на заправку. Вот, ну а так в основном все то же самое. Окей, едем дальше. Друзья, а вот это вот Экспо, который был открыт в 2016 году, и сюда настоятельно рекомендую всем прийти с детьми, погулять, потому что очень много интересных есть экспозиций, и музей космонавтики, и другие всевозможные вещи, которые понравятся вашим детям. Очень рекомендую. Буквально за несколько километров до аэропорта, если вы едете со стороны Алании в Анталию. Так что рекомендую. Друзья, я еду уже в сторону Анталии. Вот слева от меня проходит трасса трамвая скоростного. Вот там за небольшим пригорком аэропорт. А вот на этом трамвае вы сможете доехать до самого центра. Это едва ли не самый экономичный, бюджетный проезд будет до Анталии. А там уже в центре можете пересесть на любой автобус, который едет в ваш район, будь то Лара или Конь-Ялты. Так что вот так вот выглядит этот трамвайчик. Очень комфортабельный, с тонированными стеклами. На таких вот остановках пишут время пребывания. То есть даже вы когда придете, будет видно, через сколько подъедет трамвайчик. Мы въехали на территорию аэропорта Анталия. Вот видите. И территория здесь будь здоров, конечно. Здесь ходят поверху трамвай, очень удобно. Заезжая сюда, вы можете бесплатно здесь находиться до 15 минут, потом уже начинается оплата. Здесь проблема, как и во многих местах, с Wi-Fi. Сзади меня есть кафешка, ее отсюда не видно, но вы найдете ее без проблем, где есть Wi-Fi. Бесплатный, очень плохой, но все-таки он есть. Вот здесь сейчас я приостановлюсь, чтобы вам показать вход в один из терминалов. И еще один небольшой лайфхак вам покажу. Так, сейчас вам покажу. Вот здесь вот, здесь вход в терминал, вот. И прямо там есть такая телефонная трубка, по которой вы можете позвонить оператору и узнать, сколько осталось до вашего вылета, в каком терминале будет останавливаться ваш самолет. А вот такая вот муниципальная служба ходит и проверяет, как долго вы стоите. К нам подошли, посмотрели, что мы только что подъехали, и отошли. Вот, это был один из терминалов. Очень удобно, можно здесь находиться какое-то время, высадить клиентов или своих друзей и уехать. У меня есть видео с обзором аэропорта изнутри. Поэтому не буду на этом остаться, хочу вам показать инфраструктуру. Внутри, что будет очень важно для вас знать, есть информационные стойки, где работают профессионалы, действительно молодцы, вот, владеющие, ну, фактически всеми языками мира, которые сюда, откуда сюда прилетают туристы. И немецкий, и французский, итальянский, испанский, русский. Вы можете подойти к информационной стойке, и вам ответят на все вопросы, которые могут возникнуть. Еще один нюанс. Здесь на территории нету гостиницы. Поэтому, если вы захотите остановиться в гостинице, то вас ждет небольшой путь в гостиницу, где вы будете переждать своего рейса. Так что имейте в виду. А сейчас мы едем то расстояние, которое вам нужно будет пройти с тачками, с тележками, если вы что-то напутаете, в аэропорт международных прилетов, терминал номер 2. Здесь добрых несколько километров, очень удобно идти, поэтому если произошли какие-то накладки, имейте в виду, у вас в запасе должно быть как минимум, ну, 10 лир для того, чтобы вы на такси доехали до первого терминала. Есть еще тачки, которыми вы можете воспользоваться для перевоза багажа. Это будет стоить вам бесплатно, или же небольшая плата будет вместе с носильщиком. Вот. Ну, максимум это может быть стоить там 1 лира. Тоже видите, большое количество автобусов, разных операторов. Здесь есть свой автопарк, на котором вы можете припарковать свои машины. И заезд на территорию, который ограничен временем. Вот, показывает, что нам можно проехать сюда, но это будет иметь небольшое время. Там автобусы туроператоров останавливаются,
Ну и согласно купленным билетам все дальше садятся. Вот терминал номер 2. Очень-очень большой. Каждую минуту по одному самолету вылетает. Вы представляете? На территории здесь тоже можно взять прокат машину. Есть вот, я сейчас вижу, Бургер Кинг. Есть несколько других еще точек. Несколько дороже, чем даже в Анталии. То есть готовьтесь, что цены будут немножечко дороже. Большое количество такси. Как вы видите, люди грузятся, уезжают, приезжают. Вот здесь вот вы будете грузиться. И там можно спросить какие-то вопросы. А вот в той части будут проходить встречи ваших родных и близких, которые прилетели. Так, ну что, все вроде бы рассказал, что касается территории. А теперь перейдем к самому интересному. Спросим личное отношение Ирины, которая прилетела сюда совсем недавно в гости. И она прилетела в аэропорт Гази-Паша, что находится в Алании. Мне в Турции очень понравилось. В Алании, я имею в виду именно конкретно. Аэропорт отличный, маленький, компактный, очень все понятно, доступно. Есть также инфраструктура с тем, что и обмен валют, и также вы можете взять и такси. Все очень удобно, понятно. Но я летела с пересадкой через Стамбул, и хотела бы обратить ваше внимание. Была такая очень маленький нюанс, с которым я столкнулась. Прилетев в Стамбул, на электронном табло высветилась сначала одна линия, где я должна была ожидать своего рейса, а прямо перед вылетом ее поменяли. Так что будьте внимательны, в огромных аэропортах есть такие нюансы. А аэропорт в Алании мне очень понравился, и сама Алания прекрасна, природа, погода, сочетание этого всего. Ну, просто самые-самые лучшие и теплые впечатления. Обязательно сюда вернуться, и неоднократно. Что посоветуешь? Вылетайте, едьте, отдыхайте. А как ты добиралась из Алании, из аэропорта Алании Гази-Паша в саму Аланию? Ага, трансфером, групповым трансфером, 724, да, по-моему, называется он. Меня ждали уже с табличкой с выхода с аэропорта. Я села, нас собрали в группу человек 8. Очень меня удивило наличие Wi-Fi в этом микроавтобусе. С комфортом, с кондиционером довезли, все развезли всех под отелем, все очень комфортно, четко. Спасибо большое, Ирина, за то, что поделилась своими впечатлениями. Приезжай еще. Обязательно. Вы подписывайтесь и задавайте свои вопросы, делитесь своими мнениями и опытом. Буду очень признателен, равно как и все мои подписчики и друзья. Дин-дон-ды, ма-саляма, хэ-до, гиле-гиле. Ну, наконец, просто чао, друзья. Пока. Пока.